Всем привет, ребята! С вами канал PS4 Xbox One Russia, с вами Илья. И сейчас я вам хочу рассказать, где я покупаю игры для ПК. Я в недавнем времени полностью перешел с консоли на ПК гейминг. Вот, собрал себе крутой компьютер, вы видели по видео. Вот, игровой. То есть, перешел с консоли, потому что я не могу играть в эти 30 FPS. Вот, мне после 75, вот у меня 75 Гц монитор, очень тяжело теперь играть, ну, в том же Red Dead Redemption 2 я не могу просто играть в него при 30 FPS, да, то есть для меня это неиграбельно стало. Очень все медленно и неуклюже. Вот, соответственно, я перешел полностью на ПК гейминг, и сейчас хочу вам рассказать это видео, да, посвящено тому, как сэкономить на покупках игр в интернете, да, и это я не только сейчас говорю про карту All Games Тинькофф, а чисто где ниже цены. Лицензионные игры, естественно, я имею в виду. Да, то есть лицензионные игры, то есть я пиратские игры не скачиваю, только лицензия у меня стоит на компьютере, что и вам советую, в принципе. И сейчас реально вам покажу, как реально можно сэкономить. Сейчас я вам открою Steam-площадку, ну, где раньше я покупал игры, да, то есть здесь вроде как есть распродажи крутые, гейп устраивает, да, очень крутые скидки, видите, 50% там, да, доходит, да, до 80% даже процентов, то есть каждый день какие-то новые скидки есть. Вот, но все равно этого мало, понимаете? То есть, ну, скидки, ну, не такие крутые, как вот сайт вам сейчас открою, где я обычно сейчас затариваюсь играми, сейчас, то есть я в Steam игры не покупаю, я покупаю ключи на этом сайте, Steam Buy сайт называется, ссылка будет внизу под видео, переходите по ней на этот сайт, покупайте игры, очень большие скидки здесь, вот для сравнения просто могу сказать, вот Fallout 4, например, всего лишь за 400 рублей можно купить, да, то есть... Всего лишь 400 рублей. И это не фейковый какой-то сайт, это реально здесь очень много уже покупая игры, очень часто. То есть всего лишь 384 рубля, Fallout 4. Смотрим для сравнения, сколько он стоит в Steam. Да? Сейчас давайте... Вот, Fallout 4. Сейчас стоит 300... Ну, тоже со скидкой, 429 рублей, да, это со скидкой. То есть здесь вообще 384 рубля, то есть дешевле, даже при учетом стимовской скидки, да, Fallout 4 дешевле. Дальше идем. Вот Devil May Cry 5, кажется, вот сегодняшний релиз, 8 марта, кстати, всех девушек с 8 марта, кто нас смотрит, вот, смотрите, можно купить по скидке в стандартное издание 1628 рублей всего лишь, открываем Steam, смотрим, сколько он здесь стоит, вот. Стандартное издание, вот, 1999 рублей, то есть 2000 рублей, то есть экономия, ну, налицо, то есть 371 рубль экономии, ну, согласитесь, ребят, это очень крутое предложение, а Deluxe-версию можно взять за 2300. Это вот самая последняя игра. Все игры, которые я покупал, вот, у меня в библиотеке, это Call of Duty, ну, Devil May Cry 5 мне бесплатно достался, я покупал видяху от Родеона по акции, вот, Skyrim, GTA, все вот эти Quantum Break, Shadow of Tomb Raider, я все покупал здесь, на этом сайте. То есть и плюс здесь еще в чем состоит, то что, сейчас я вам открою мои покупки, вот, плюс в том состоит еще, что, так, сейчас, угу, сейчас зайдем на сайт, я хочу вам показать просто, какие покупки я здесь совершал. Вот, смотрите, да, то есть все, что я здесь покупал, вот, достаточно, ну, видите, очень много покупал, даже несколько страниц. С каждой покупкой у тебя растет скидка. То есть, вот, видите, я покупал вообще, ну, вот, Far Cry 5, я вот последний взял здесь, стрим, кстати, будет скоро, по Far Cry 5, за 699 рублей. То есть, ну, блин, давайте посмотрим, сколько для сравнения он стоит в Steam. Вот, Far Cry 5, смотрите, ну, 2000 рублей, вот, без скинонов. Стандартное издание 2000 рублей, 2000, а я здесь его взял, грубо говоря, за 700. Вот, то есть, ну, блин, реально, очень круто. И вот эти все игры, вот, допустим, давайте, Call of Duty, например, 345 рублей. Давайте посмотрим для сравнения, сколько он стоит, ну, Call of Duty посмотрим. Так. Так, я взял, какой он у меня там был, Call of Duty, Advanced Warfare. Так, сейчас найдем его, вот так. Так. Вот, 2000,
2600 рублей. Ну, это голд издание, ну, золотое типа издание. Но тут тоже. Сейчас Call of Duty. Сейчас скажу вам, какое здесь издание идет. По-моему, тоже золотое. Так. Так, 300, а, уже 300, ну, 332 рубля, окей. Нет, ну, обычное издание. Тут даже обычного нет издания, тут тупо золотое продается. Издание и Season Pass. Вот, то есть, как бы, ну, 2500 он стоит. Ну, это вообще пипец. А тут можно купить за 332 рубля всего лишь. То есть, ну, видите, экономия тут какая-то вообще просто огроменная, 83%. И это реально, ну, реальные скидки, реальные цены. И реально, как говорится, не обманывают, вы покупаете, то есть заходите. По карте, кстати, можно расплатиться, вот я как обычно покупаю, 0%, когда вы оплатите по карте. И даже карты Мир принимаются, что очень редкость, кстати, сейчас. То есть карты Мир принимаются, и вы можете по карте Мир, если у вас есть карта Мир, спокойно оплатить. Да, и без всякой комиссии. И ключ моментально приходит. Вот даже отзывы можно почитать. Люди пишут, да, то, что все работает, все вот ключи покупают. И Яндекс.Деньги они принимают, все виды оплат, короче. Вот. И каждый день новые какие-то скидки крутые, снижение цен. Смотрите, вообще, ну что это за 53 рубля? Хитман могу, ну, можно купить. Абсолютно 92 рубля. Ну, то есть... Ну, просто, ну, очень круто. Плюс у них, видите, еще есть набор игр, можно за 96 рублей купить. Ну, тут рандомная игра тебе попадается. Вот, плюс 3 бонусные игры. То есть, промокод еще дается на 3% на будущую покупку. Накопительная скидка, что я рассказал, что при каждой следующей покупке тебе копится. У меня уже 4% там скидка. Вот. То есть, 99 рублей тебе может попасться что-то вот из вот из этих игр. Просто ты покупаешь, ну, рандомно, естественно, да. Потом, если эта игра не нужна, ты ключ, по сути, можешь продать. Вот, то есть, ну, Diamond, тут у них разные есть розыгрыши. Вот. То есть, ну, это очень круто. Очень круто, что ребята вот с магазина так заботятся о наших кошельках. Ну, реально, ну, все последние игры, то есть, можно все здесь найти. Вот в Wolfenstein всего 576 рублей стоит. Второй. Вот, а здесь стоит Wolfenstein, наверное, блин, тоже 2000 рублей, сейчас посмотрим. Кстати, интересно, сколько он здесь стоит сейчас. Так, Wolfenstein, ну вообще 2000 рублей, то есть, ну вообще, бред. 2000 рублей, а здесь можно купить за 576 рублей. Это Steam активация, все, видите, активация Steam. Есть разные площадки, здесь не только Steam ключи продаются, здесь... А вот можно купить Battle.net игры, Origin, Xbox, Uplay, все игры можно. Вот GTA вообще можно 672 рубля взять. То есть, ну, вот Far Cry 3 вот я взял, Far Cry 5 я вот взял. Да, то есть, ну, выбор огромный, ребят, ну, вот вообще Devil May Cry 3 140 рублей всего стоит. То есть, я вам советую зайти по моей ссылке в описании, да, и посмотреть, что можно подобрать себе. То есть, кто играет на ПК, это просто рай вообще. Сэкономить можно дофига денег, просто тысячи и тысячи рублей. Вот, так что рекомендую данный сайт, ребят, заходите, покупайте, вот, и, соответственно, лайкайте видео, распространяйте его, потому что, ну, давайте поможем людям так же, как и я, экономить, все будем экономить на покупках на ПК, вот. Все, на этом я с вами прощаюсь, с вами был Илья, все, до новых встреч, до свидания.